Новый дом юным гимнастам. Во дворце культуры РАТЭП 12 апреля открыли новый гимнастический центр «Звездочка». На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Грация, пластика, изящность выполнения движений – это все о них. Будущие чемпионы в художественной и спортивной гимнастике, акробатике и других видах спорта могут отныне заниматься в новом гимнастическом зале. Пусть он и небольшой, зато уютный, с высокими потолками. Гимнастика – это базовый вид для всех направлений спорта, да, то есть будет футбол, волейбол, баскетбол, неважно, борьба, вот, гимнастика – это основа. То есть, собственно, мы почему пришли к гимнастике, многие знают, что в свое время в городе развивал хоккей, и мы в хоккее увидели эту проблематику, да, то есть, что к нам приходят дети, и, ну, они совершенно не готовы не то чтобы там к хоккею, да, то есть, а приходится очень много работать с их здоровьем. Отсюда родилась эта идея гимнастического зала. На торжественном открытии с пожеланиями добиваться высоких результатов выступила начальник управления физической культуры и спорта администрации городского округа Серпухов Оксана Гурова. От имени главы городского округа Серпухов я поздравляю вас с открытием нового спортивного гимнастического зала. Мы, конечно же, желаем вам больших успехов, чтобы в этом зале вы тренировались еще более усерднее, приносили медали, прославляли наш город. Желаю вам, конечно же, крепкого здоровья, успехов, всего вам самого наилучшего, чтобы у вас все получалось, чтобы вы все цели, которые перед собой ставили, все у вас сбылось, все получилось. Замечательные спортсменки, красивые девчонки такие. Вот, поэтому, чтобы у вас только все было хорошо. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Сразу после юные спортсменки продемонстрировали свое мастерство. Девчонки выступали соло, дуэтом и в групповых упражнениях. Для меня соревнования – это что-то большее. Это, наверное, одна частичка, главная частичка в моей жизни. Очень довольна, очень красивый, удобный, просторный зал. За выступлениями юных дарований с замиранием сердца наблюдали самые преданные их болельщики – родители. Мы испытываем радость, только радость, потому что зал этот намного светлее, намного уютнее, теплее, и вообще нам очень здесь нравится. Организаторы центра отметили, уже в конце мая планируется провести в этом зале первый открытый урок. Гимнастки продемонстрируют все, чему научились к концу учебного года.